прекрасное утро, и я проснулся и начну, пожалуй, с кокоса. Ого, он большой. А мачете поточить-то и некому. О, почти открыл. Тут уже чуть-чуть осталось. Да, мачете очень тупое. О. И так каждый день. Кокосики с доставкой на дом. Ага. С соседнего дерева. Да. Какой-то мальчик абориген местный предложил. Очень вкусный. Где-то пол-литра, литр, да, в кокосе? Бывает даже и больше. А мякоть там есть? Да, вот тонкая, я люблю такую. О, это твой завтрак, омлет. Ага, и вот, не надо ничего готовить. Утренний завтрак папайи. Далекут. Я, пожалуй, тоже с вами сейчас присоединюсь с папайей. Завтракать. А вон там Самал. А мы в Давао сейчас. Красиво. Федя, привет. Федя. Я тебя снимаю. Покричи ей что-нибудь. Мамочка, Юлечка. Руки расправь. Расправь крылышки. Плывышки. Расправь. Электричка ушла. Следующий.
Проверим. О, там внутри кокос. Вау. Шоколадно-банановое с кокосовым молоком. Good. Вкусно. Очень вкусно. Прям как тортик. Это тортик, наверное, да? Это тортик? Угу. Спасибо. Вкусненький тортик. Мы с Юлей постарались. Наслаждайся. Сейчас 17:30, и я пойду рыбачить. Это мне подарил на день рождения один рыбак местный вёс. Катушку мы покупали в Давао вчера, 5 числа. Сейчас 8 число. Эта катушка стоит 2000, она очень круто крутится. А эту удочку он мне подарил, это карбоновая удочка. Это не удочка, а спиннинг. Вот, и сейчас я пойду рыбачить. Пробка. Из пробки сделаю. На что ты будешь ловить? Буду ловить на маленьких живых, не живых рыбок, а нарезанных рыб. Нарезанных рыбок я буду ловить на удочку с поплавком. Сейчас я ловил червей морских. Морские черви как ловятся? Есть специальная еда для свиней. Их добавляешь с водой и кидаешь в воду. Не в воду, песочек. Ну, песок, в смысле, да, песок. И они выползают, ты их хватаешь. И у меня маленький крючок, и я поймаю сперва маленьких рыбок, а потом уже начну ловить большую рыбу. Хорошо крутится? Очень, отлично. Ну вот я пригласил Таира, тоже из России. Из России? Да. Расскажи о себе чуть-чуть. Я Таир. Я из России. Я из России. Хорошая информация. Вот. После где-то часа. Вон час. Это полчаса. Полтора часа. Полчаса мы ловили. Ладно, хорошо. Полчаса. И вот такое мы сардины наловили. Я не знаю, может это не сардины, но мне кажется, что это сардины. Ты это будешь есть сырым? Я не знаю, как Таир решить. Наверное, да. Мы будем это сырым. Замаринуем. А еще тут есть морковка. Федя, смотри, мама. И мама, кстати, не поверила, что мы это сырым. Честную правду, я люблю правду. Какой сын неприлично есть? Да. Костя неприлично есть. Рыба по-филиппински. Да. Мастер-класс Федора Лепского. Сырая рыба. Сами поймали? Ловили сами. Сами сделали, сами съели. Угу. Все, а теперь день рождения закончился. Мы идем домой.